Так, сегодня у нас 08.10.8 октября. Мое первое видео за сегодня. Маршрут по направлению к водопаду Ластивер и развалину монастыря Окунаванг. Вот просто красиво открылась смотровая площадка, скажем так. Вышли из леса. И открылось вот какие-то тут ягоды интересные, не знаю, что это за ягоды. Это не боярышник, по-моему, нет. И вот открылась такая смотровая площадка. Вот. Все именно как на картинках в интернете. На фотках в интернете именно цвету деревьев вокруг на горах. Такой именно зеленовато-рыжеватый. Именно, что называется, золотая осень. Так, а сейчас, в принципе, по геолокации мы находимся довольно далеко от вчерашнего маршрута, но виды примерно такие же, то есть это еще Тавуш. Все еще Тавуш, но от Дирижана на километров мы 40, я думаю, точно находимся. Потому что мы Джеван проехали и повернули, свернули куда-то налево, и там был крутой подъем очень по грунтовке. Мы там минут 20 поднимались. Называлось это, по-моему, как-то Апага Резорт. Какие-то там гостиничные домики были и все такое, но вот нету дороги нормальной. Вы туда поднялись и оттуда начали маршрут вот по Стиверу. Еще до сих пор не дошли. Вот сейчас вышли из леса. Вот такие горы вокруг. Зеленые. Вот Жирай мне давно говорил о том, что он очень рекомендует посетить водопад Ластивер. Это не было написано нигде в программе этого сегодняшнего нашего тура, но вот оказывается, что мы туда идем. То есть конечная точка это Окунаванг, а по пути заходим в Ластивер. Проходим мимо. Вот, мне вначале показалось, что мы поворачиваем наверх, как будто к монастырю Макараванг. Потому что когда ездят туда организованно, то там тоже мы проезжали Дживан, потом еще ехали какое-то время дальше и поворачивали налево. Не, ну это был какой-то другой поворот, короче, еще дальше даже. Так что мы где-то на километров 30 от Дирижана находимся, я думаю, где-то так. Ну, 25 точно. Ну, вот такие вот виды. Все очень красиво смотрится, как я и думал. Осень Дирижане, осень вообще в Тавуше. Очень красивое зрелище. Вот это мой второй поход за этот мой визит. То есть вчера был поход из селения Гош до Дирижана через озеро Парзлича. Сегодня вот с этого вот резорта, грубо говоря, над Дирижаном до Ластивера. Вот, еще главное это сконцентрироваться на походе и не допускать в голову каких-то деструктивных мыслей в связи с ситуацией. Вот, не всегда это получается, но как-то более-менее получается. Все равно же вечером все надо будет снова это все читать в интернете. Там. Сейчас у меня Wi-Fi нет, так я хоть отключен от этого всего. Такие вот дела. Так, ну, пожалуй, все. До Ластивера мы еще не дошли, вот сейчас продолжаем идти туда. Где-то мы уже идем, часа три, я думаю, не меньше. Часа почти что три. Все, пожалуй.